Я очень устала в погоне за кометой и брусникой, но лапы сами несли меня вперед, словно толкаемые какой-то неведомой силой. В голове крутились мысли о предательстве моей близкой подруги, уже бывшей большой медведицы, настоящей созвездия. Когда брусника с кометой наконец остановились, я без сил упала к их лапам. Они принялись меня успокаивать. «Комета, мне очень жаль, что так вышло». «Увы, у нас не было шансов. Медведи сильны, а нас было мало. Кроме того, они застали нас врасплох, благодаря змеям». «Увы, комета, семья распалась. Оставшиеся в живых охотники разбежались по лесу. Кроме того, мы даже не знаем, куда ушел дым с санками. Что нам делать?» «По закону предков, мы должны покинуть земли, которые ныне принадлежат не нам». Было принято решение отправиться на поиски нового дома на следующий день, так как все потратили много сил в битве и побеге. Мы отоспались у того же камня, где и разговаривали. Это было достаточно далеко от нашей земли, чтобы нас не нашли, но и достаточно близко, чтобы чувствовать себя дома. Утром комета поохотилась и принесла нам кролика, которого мы разделили на троих поровну. Пришло время отправляться в путь. В этот момент я поняла, что в последний раз вижу родную землю, что она навсегда останется позади, чужой территорией. Я в последний раз обернулась на близкие места и произнесла: «Прощай, родная земля, я никогда не забуду тебя». «Прощай, родная земля». «Прощай, родная земля». После этих слов я развернулась и быстрым шагом пошла в противоположную сторону, не оборачиваясь назад, чтобы не заплакать.